решил записать обзор на приложение по доставке товаров из сети супермаркетов Magnum. Magnum – это крупная сеть, такая одна из известных здесь. В Казахстане есть Magnum, есть Small. Ну вот их приложение, оно называется Magnum Go. Это от самого магазина. Это здесь, значит, поиск есть, можно выбирать. То есть набираешь все, что тебе нужно, ну, как обычно. И потом корзина. И дальше там оплата. Вот, но я уже заказ сделал, вот мои заказы. Написано «собирается». И здесь вот, что доставка сегодня, 11 января, с 4 до 7. Здесь, если заказ больше 6 тысяч, то доставка будет бесплатной. Вот там всего набрал и так далее. И теперь остается ждать, то есть курьер как будет подъезжать, он позвонит. Вот, я выйду и у ворот его встречу, заберу заказ. Вот, очень удобно, особенно в такие дни, когда снег там метет. Сегодня пытался выехать, на горку не смог заехать. Вот, и можно заказать курьерскую доставку товара, все привезут. Там хоть бутыли с водой, все что угодно. Сегодня на дороге снежная каша. Шины М плюс С, типа всесезонные, не вывозят на эту горку. Ну, если с разгона только разогнать. Статус заказа доставка, это значит в пути, значит скоро курьер позвонит. Доставка. Буду встречать, опять звонит. Иду. Сейчас открою. Интересно, на горку заедет? Он разогнался нормально. Да. Заехал Лада Ларгус.